Я приветствую вас у себя на канале. Сегодня я вам хочу рассказать о новом проекте, который стартовал 22 мая. И я вам расскажу все подробности, нюансы, как это работает вообще, какие там есть взаимодействия. Думаю, вы останетесь удовлетворены. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. Итак, друзья, я сначала вам покажу регистрацию. Проект называется All iBook. Проведем обычный обзор, как это обычно делается. Посмотрели регистрацию, что почем, как это все работает, все нюансы. Сразу скажу, это обычный майнинг проект. В принципе, уже мы таких достаточно видели. Или, может быть, у меня на канале кто-то видел, я записывал уже подобное. Ничего сложного нет, все плюс-минус так же работает. Процентные ставки могут просто отличаться. Поехали! Друзья, первое, что нам нужно, ввести номер телефона, и абсолютно не важно, что вы здесь выберете, потому что это всего лишь цифры. На самом деле это ничего не проверяется, просто вбиваете номер телефончика, код — это уже пригласителя тот, который реферал вы перешли. Дальше у нас идет, просто даете логин, который вам нравится, и задаете пароль. Цифренно-буквенный желательно. И все, просто подтверждаете, сохраняете, даете соглашение, ставите галочку. И все, вы в принципе уже в системе. Вам нужно будет только заново все зайти, обновить, добавить эту информацию. Ну и можно приступать к работе. Ничего сложного нет, абсолютно легко. Ну вот, друзья, после того, как мы зашли в проект, что мы здесь можем видеть? Вот заметим то, что здесь есть определенная вот перезарядка, то, что вам каждый день нужно будет делать где-то плюс-минус без 5-7-7 утра. Здесь у нас отвозить, это то, что мы можем вводить сюда деньги, сам телеграм-канал, команду, которую вы можете просмотреть, события, которые происходят, и так далее, и так далее. То есть справка или скачать приложение, вы можете это все использовать. Дальше просто идет и дополнительная информация, что, как, где работает. То есть здесь у нас процентное соотношение по акциям, биткоинам и все остальное, то есть по криптовалюте. Дальше, второй пункт, перейдем, это у нас команда. Конкретно вы здесь можете осматривать, сколько будет иметь проценты вашей структуры от первой, второй, третьей линии. То есть ABC, как можете понять, все синхронно. Здесь у нас следующий пункт идет, третий этот, который вы здесь можете видеть, ваши моменты по вашему выполнению работы, ваш счет сегодняшний там от команды, общий доход и так далее. Все, опять же, ваш будет VIP уровень и все остальное. Дальше, вот перейдем в следующий раздел, называется «Авуары». Все, тоже вы можете посмотреть структуру фонда, сколько вы получаете денег, здесь текущий мой баланс. Я сейчас буду заводить $100 специально, чтобы продемонстрировать, как я буду выводить их и через сколько они придут. Также вот пункт шахта, вы здесь можете менять данные, пароли, именно касаемо вот пароль для входа, это то, что вы создали, а вот пароль транзакции, вам нужно обязательно его создать, он будет из 6 цифр, вам обязательно нужно его сделать. То есть я его уже сделал, у вас будет 2 строки, вводите раз пароль, второй раз подтверждаете, для того, чтобы вы могли потом вывести деньги. Он вам обязательно нужен. Все, в принципе, здесь больше ничего не нужно делать. Так, друзья, давайте перейдем к тому, что, как это в принципе работает. Вот телеграм-канал. Вот, есть VIP уровни, как понимаете, VIP уровень 1, регистрация, VIP ежедневное количество выполнения заданий, у нас 5 заданий, выполняете, нажимаете, майните, я уже показывал, вот, начиная с iMoe, вот, вот здесь вы нажимаете для выполнения задания, процесс там проходит буквально там от 10 до 15 секунд в зависимости от того, что вы взяли, вот видите, как вот сам процесс идет. В данный момент, при регистрации, когда вы походите, вы получаете $2, вот как я. И вот здесь вот процесс майнинга идет. То есть я могу это сделать 5 раз. Как можете вот заметить, идет уже доход и цифра будет меняться. То есть вот сейчас он пройдет и уже время вот этой квантования. Процесс майнинга пошел. Все. Сейчас мы дождемся концовочки по времени. Вот я уже 2 выполнил. И точно так же нам нужно сделать до 5, чтобы вы понимали, как это делается. Все. Что нам нужно понимать по VIP уровням? VIP 2. Баланс счета должен быть $467. Требует 3 действующих прямых участника. Действующий прямой участник — это минимальный порог. Он вложить должен $100. Все. Это есть и от первой линии действующий участник. Чтобы я не повторялся, что это такое. Все. Ежедневное задание у вас 10. Доход ежедневный 6%. От вложенной суммы. VIP 3 баланс должен быть 1367, и там выполнение заданий 5 теперь уже действующих участников, 15 заданий выполняете и 6,5, и так точно так дальше до 6 пакета уровня. Вот, и здесь как раз у нас прописывается, что такое у нас от первой линии действующий считается участник. Все,
Что вам об этом нужно было знать? Вот, задание обновляется в 12 часов ночи по Сингапуру, то есть в нашем времени это в 7 часов утра, плюс-минус, чтобы вы понимали. Все. Точно так же есть бонусы. Я вот оставил в заметочках все. У меня будет все красиво прописано. Вот здесь вообще четко, чтобы не было никаких пониманий. Бонусы при регистрации. Вложенный первый депозит. $30 вы получаете доллар, $50 вы получаете 2, $100 получаете 5. Те, кто от вас приходят, ваши рефералы, $30 вы получаете $2, $50 вы получаете $4, $100 вы получаете $10. Все, все бонусы начисляются в течение 24 часов. Какая еще важная информация? Минимальный вывод у нас $15, минимальный депозит $10. То есть у нас доллар за вывод комиссия, максимальный 4% от суммы. Время вывода за до 36 часов, может быть и 20 минут, но бывает по-разному. Один раз в сутки получается, раз в день. Комиссия команды 15%, первый уровень, второй уровень 4%, третий уровень 2%. Автоматически получаете на баланс. То есть сумма депозита может быть снята в любое время, когда она поступает на ваш счет снимаемых средств. Все. Вот вся информация, что вам нужно знать об этом. Сейчас я заведу сюда денежку, чтобы мы могли вывести наглядно. Вот видите, у меня 105 сейчас долларов. Все, ребят, никаких вопросов нет. Переходим под пункт вывода средств. Сейчас я нажму на авуары. Вот, отводить. Вводим. У меня уже электронный кошелек здесь введен. Я могу вывести деньги. Я выведу все $105, которые у меня есть на мой кошелек. Вот тот пароль введу, который я создал. И все. И мы будем ожидать наши деньги. То есть видим, реально получаемое 100,80 USDT. То есть комиссия за вывод у нас составит 4,20. И по факту у нас будет вот эта вот сумма. Ну посмотрим. Нажимаю отправить. Смотрите, успех. Ничего мы сейчас сохранять тут не будем. Еще раз сюда зайдем, посмотрим, что счет вышел. Смотрим на дату. У нас сегодня четверг, 25 мая. Все, 14.16. Переходим на кошелек Binance, наблюдаем картину, то что у меня пока ничего нет, вот, ни в спотовом, ни в пополнении, ничего нет, ожидаем. Как можем видеть, сейчас уже время у нас 14.23, денежка пришла, сейчас будем выводить деньги. Давайте я вам покажу опять эту процедуру, что нам нужно делать. Вот, выводим у нас со спотового на пополнение, подтверждаем перевод. Все, $101. Теперь с пополнения мы нажимаем на P2P. Нам нужно продать. Выбираем. Сразу ставим фильтр. То, что у нас $101. Это примерно там от 3000 гривен. Сразу напишем 3000 гривен. И допустим, это будет монобанк. Все, подтвердить. У нас сейчас все ребятки выйдут. Нам здесь нужно будет выбрать самую подходящую для нас курс доллара. Вот, выбираем. Самый первый или второй, неважно, 38.51, пускай будет первый, вот 38.52. Выбираем все, 101.46, мы сейчас на карту переведем эти деньги, продать USDT. Будем ожидать от этого человека подтверждения, все как обычно, это в принципе и делается. Данная сумма у нас должна быть 3.908 на счету, должна прийти. Пока мы здесь ожидаем, проверим наш баланс, перейдем в моно, посмотрим. Текущее время у нас 20.135. Закроем. Здесь будем ожидать, пока наш человечек не подтвердит. Все. Подтверждение, что платеж получен. Пока вот так сообщение P2P. Все есть. Пока ничего не подтверждаем. Пока не увидим, что на балансе у нас эта сумма есть. Вот. Переходим еще раз сюда. Смотрим. 3.908. 24.43. Все, денежка пришла. Теперь мы можем перейти, подтвердить. Все, я получил полную сумму. Все, никаких претензий у нас нет. Подтверждаем. Все, сейчас нам придет код на номер телефона. Сейчас мы его введем. И никаких вопросов у нас здесь не будет. Все, готово. Вот и все, друзья, что требовалось доказать. Напоминаю вам, что все самые полезные ссылки будут в описании под видео, в закрепленном комментарии, ссылка на телеграм-канал, на менеджера и подробное описание именно этого проекта в описании под видео. Минимальный вывод, максимальный вывод,
Все, что вас будет интересовать, эти вопросы, где что, возможно, я упустил, там ответы есть. Подписка на канал, прожать колокольчик, оставить комментарий. Дальше больше, скоро увидимся.